Доброе утро. Продолжаем изучение Мишны. Трактат Шаббат, 14 глава, 4-я, последняя в этой главе Мишна. Говорит Святая Мишна. Ахошеш бешинав ло игма бэгэн это хомец, аваль метабель гухэ дарко, ве им не трапе, не трапе. Ахошеш бэматнав ло ясух яин ва хомец, аваль саху это шемен, ве ло шемен верет. Бней мелахин сахин шемен верет аль макотэгэн, шекен даркам ласух бахоль. Раби Шимон Омер, Коль Исраэль Бенэй Мелахим Хэм. Значит, Мишна продолжает здесь тему законов лечения в Шаббат. Значит, говорит Мишна, тот, у кого болят зубы, имеется в виду не зубы, а десна, не будет пить ими уксус. Да, значит, пить и деснами уксус, да, имеется в виду полоскать рот, да, пить не проглатывая. Почему? Потому что это видно, да, что мы говорили, что мудрецы запретили лечиться в Шаббат, из-за опасения, что кто-то увидит, что человек лечится, и, как правило, для приготовления лекарств нужно толочь ингредиенты, это запрет Торы толочь ингредиенты, и человек подумает, что кто-то истолок, подумает, что это разрешено, и, соответственно, или сам человек забудется и будет толочь ингредиенты, и, соответственно, поэтому мудрецы запретили. Так человек, у которого болят десна, написано, что нельзя ему полоскать рот уксусом. Уксус, вообще, для зубов он плохо, наоборот. Если болят зубы, то уксус еще хуже делает. Но если болят десна, он снимает припухлость, видимо, какую-то. Это запрещено в шаббат. Но нужно заметить, что здесь идет речь о том, что у человека обычная боль, да, не сильная. Но если у человека настолько сильная боль, что у него слабеет от этого все тело, то есть это влияет на его общее самочувствие, и тем более, если у него настолько сильная боль, что он лежит в кровати, да, то есть он не может встать с постели из-за того, насколько сильно болит, то разрешено лечиться в шаббат. То есть запрет лечения в шаббат мудрецы постановили только когда у человека обычное какое-то легкое заболевание, но когда настолько тяжелое, что у него слабеет все тело, то в этом случае можно лечиться в шаббат. И тем более, что есть в Аллахе ситуации, когда при зубной боли это пикуах нафиш, это опасность для жизни. Да. И можно спросить сегодня у стоматологов, они тоже вам скажут, что есть стоматологические проблемы, которые несут опасность для жизни. Так в этом случае понятно, что можно делать даже работы, запрещенные по Торе, не только запреты мудрецов. Но, говорит Мишна, но окунает он как обычно. А если вылечился, вылечился. Значит, окунает было принято, да, во времена Мишны, что брали питу, брали хлеб и окунали его в уксус и ели. Так это, поскольку это не выглядит как то, что человек полощет рот, да, то есть, хотя это, может быть, помогает, говорит Мишна, если помогло, помогло, то есть уксус попадает на десна и лечит их, да. Но поскольку это делает в форме еды, и то же самое можно пить уксус, да, люди, многие люди пьют уксус, не крепкий, а разбавленный, да. Так, соответственно, поскольку пить уксус тоже будет разрешено в шаббат, даже если у человека болят десна. Почему? Потому что если это нет, мы говорили с вами в прошлой Мишне про это, если человек ест, я не знаю, апельсин, да, это тоже очень полезно для здоровья, там витамин С, но при этом это не запрещено в шаббат. Да, потому что, но если человек принимает в шаббат таблетку витамина С, да, и при этом он ему это не нужно по каким-то очень серьезным показателям, то это в шаббат будет запрещено. Значит, продолжает Мишна, тот, у кого болят мутнав, это, видимо, поясница, да, или ноги, я не знаю точно, что имеется в виду, не будет мазать вино и уксус, да, смешивают вино с уксусом, это лекарство, и натираются этим, да. Теперь здоровый человек так не делает, это исключительно лекарственная такая, лечебная процедура. Но мажет он маслом, но не розовым маслом. То есть во времена Мишны было принято, что ради удовольствия умощали тело маслом. Это для того, чтобы было тело более красивым, тело, да, это приятно. Это не было мыло, да, это носило функции мыла, то есть этим маслом его палочкой потом снимали грязь. Так это, поскольку это делают и здоровые люди, так это разрешено, даже если человек помогает от боли где-то там в ногах или в пояснице. За исключением розового масла. Почему розовое масло? Это масло, которое настаивается на лепестках розы в течение длительного времени на солнце. И оно очень дорогое было в земле Израиля во времена Мишны. Так здоровый человек не будет мазаться этим маслом из-за его дороговизны. Это как мазаться духами, да, например, там натираться. Да, это очень дорого. Так, поэтому это видно, что человек делает это для медицинских целей. Но, говорит Мишна, сыновья царей, принцы, мажутся розовым маслом, мажут своим розовым маслом свои болячки, потому что так они делают обычно и в будни. Да? То есть принцы, они богатые, да?
и мне нужно много работать. Они занимаются все это тем, что да, там всякой ерундой, да, одеколоном, там, маслом. Так, так поскольку они, для них есть возможность мазаться розовым маслом все время, просто для удовольствия, так, соответственно, и можно в шаббат для излечения. А Раби Шимон говорит, весь Израиль сыновья царей, сыновья царей они. Все евреи принцы, говорит Раби Шимон. Да? То есть каждый еврей имеет статус принца, мы сыновья Всевышнего, царя всех царей. И поэтому мы можем вести себя исключительно таким образом, как ведут себя исключительно богатые люди. Да? То есть, например, мазаться розовым маслом, это не будет считаться чем-то из ряда вон выходящим. Так объясняет одна часть комментаторов, другие комментаторы объясняют иначе. Объясняют, что, значит, что идея Раби Шимона в другом. Не в том, что евреи такие принцы, да? А в том, что... А в том, что нельзя сделать закон, который для принцев будет такая лоха, для непринцев другая лоха. Это слишком, ну, где-то кто принц, кто не принц, да, пойди пойми. Да. Так, так поэтому, говорит Раби Шимон, что нет разницы, что все евреи сыновья царей, все евреи имеют статус относительно этого закона, как сыновья царей. То есть любой человек, нет разницы. Если кто-то мажется этим маслом не для медицинских целей, то можно уже любому человеку мазаться, даже если он не такой богатый, как принц. Но в любом случае, все евреи принцы. Спасибо большое. Хорошего всем дня.